Так я же его... Где моя? А, бля, я его уже... Просто я помню, что я ее ловил. Рыба в воду гида. Да, вот она лежит. Сейчас дадим. Сейчас выполним у него тест. Вот я все-таки не соображаю. Нахера ты, где он? Нахера ты платины столько потратил? Зада. Ей! Так, что? Одну золотую и зелье сонара. О, слышишь, на тебе две штучки, мне их четыре дали. Это типа для рыбалки. Находит рыбу на крючке. Ну, что-то типа того. Ну, я не знаю, как она работает вообще, но надо потестить, посмотреть. Так, ну, я тогда положу в копилку это драгоценное зелье. Так, ну что ж, привет, дорогие друзья. С вами тут Импаут и... Изивал. Давно мы не играли в Террарию. Ну кстати, да, было дело. Кстати, хочу вам сказать, не забывайте переходить на по ссылке на наш Дискорд-канал, потому что он уже давно открыт, как бы, и вполне готов принимать гостей. Кстати, я нашел нам эту парикмахершу тогда. Это хорошо. Она кстати. У меня живет. И это, приди ко мне сюда. Уже в пути. Что? Ну вот она, это парикмахерша, короче. Краска маны. Так это... А в чем прикол? Не помню, в чем прикол у ней краску покупать. Но прическу я менять не буду. Нет. И еще смотри. Сейчас покажу, смотри, что могу. Ну все, понтер. Человек-паук, и это, подойди ко мне. Просто прикол в том, то, что я, конечно же, продал свой слизневый крюк, чтобы он тебе не достал. И знаешь, что я сделал? Че? Я, короче, сделал это. О, я нашел второй такой крюк и отдаю его тебе. Большое спасибо, но свой я продавать не буду. Расстроился, наверное, такой, да, то, что я слизневый крюк продал. Да нет, удивишься, но ни капли не расстроил. Ну, блин, так неинтересно. Я думал, сейчас такой, ура, ты нашел такую же паутину, как у тебя. Ну, теперь, короче, у тебя профессиональная эта штука, потому что я нашел вторую и подумал, почему бы тебе ее не оставить. Ну, знаешь, просто топозовый крюк, он достает в два раза дальше. Так, а еще мне, знаешь что, у меня охранный амулет лавы, мне теперь на лаву-то пофиг, ты чё? А она дамажит? Нет, она не дамажит, его просто можно типа летать Человек-паук, сразу. Человек-паук, да? Да, я ж тебе... Погнали этом... искать метеорит. Метеорит у нас вроде был где-то в правую сторону. Ну, в правую сторону, короче, а куда конкретнее? Еще я забыл, я хотел нам начать делать грибное дело. Прям возле дома. Погоди, смотри, что я буду сейчас делать. Грязь. Я тебе хотел сделать ферму, чтобы у нас была ферма, потому что после перехода в этот в хард мод у нас же будет разрастаться кримзон. Вот этот красный биом. Вот. И, собственно, чистить все это не будет. Не вариант. Ну тяжело, долго, да и зачем? Весело. О, слышно, меня кролики бешеные на поле. Да, кстати, тут еще и пингвины бешеные ходят. Кровавый кролик, фига себе. Не, ну у меня прокачанная книга, она у меня знаешь какая? Какая? Демоническая? Убийственная демоническая коса. Я бы орнул, если бы демоническая, демоническая коса. А акула у меня знаешь какая? Демонический мини-акула. У меня заточенный. Ну, говно, короче. Так, надо нам с тобой сейчас, короче, оборонить так нормально. Я, кстати, хотел, знаешь что, я натыбзил гейзеров. Я нашел гейзеры, я их натыбзил. Я, короче, хотел, думал, то, что сейчас вот кнопку поставлю, тут всех коней чуть будет наступать на нее и будет активироваться гейзер. Но я как понял, гейзеру надо провод. Да. И в этом минус. То есть этого. Надо скелетрона гасить. О, я нашел ожерелье из акульих зуб.
дом не подпускай там никого. Но 3 брони дает, хочешь? У меня есть это тоже нормальный прокачанный амулет лавы. Поэтому мне не надо, у меня и так все. А, у меня, кстати, смотри, у меня ботинки парусные. Я их поймал. Я тогда продам этот амулет, потому что я сейчас 2 раза перековал акулу, и у меня, ну, короче, экономика немножечко страдает. Ну давай. Прикол в том, что я себе какой зачар я не хочу. Ну, всего лишь на 1 серп. У меня 320, у тебя... 300. 300. Что-то Дискорд у меня пишет что-то. Так, ладно, я пойду на другую сторону, а то мало ли там уже... А, ну да, конечно, жопа началась уже к нашей этой залезли. Ну вот, кстати, не знаю по поводу хренового зачара. Я зачарил акулу на стремительный. Она типа теперь стреляет быстрее, чем там. Но у нее все такое же, то есть как вот, я бы был больше ратором. Потому что так и патронов меньше придется выстреливать. Неплохо. А, еще я это, у меня был слизняковый дождь, и я на изи один убил короля слизней. И еще б ты его не убил, на я с него тогда монет нафармил, чисто все продал. Ой. А ты хранилищем, кстати, пользуешься, и куда ты там все складываешь? Как, каким хранилищем? Которые мы построили под твоим домом. А, типа трофейным? Блин, надо будет со следующего слизня тогда не продавать, а сложить. Я да просто... не, ну там как бы для трофеев слишком много места, это можно просто как хранилище использовать. Ну это да, не, я пока ничего не складывал. О, невеста, слышишь? Невеста? Невеста. Нее ни разу не видел. Опа! Опа! А мне попалось? А ну-ка. Блин, а смотри. Мне не попалось. Смотри и радуйся. А мне выпадал это с жениха еще. Мне жениха шапка выпадала и костюм не помню. На, там с него шапка выпадает. Цилиндр. О, ничего себе, мне зомби рукой свой оторванный один урон нанес. Все уже. Перерос. Карма. Ну я продам вот этот вот свадебный наряд, потому что он мне как-то не нужен. Да и стоит он дешево, 20 монет всего. Так, сейчас внимательно надо. Главное нам жильцов не потерять. О, все. Я выбил. Смотри. Это переносная копилка. Я могу теперь в копилку все на дистанции складывать. А-а-а. Весело. Да вот я... Не, я с этого зомби, который дверь открывает. Может быть, и ты выбьешь, кстати, за это. Слышишь, тут у этой медсестры просто такой вопрос, что? И все. Вот, просто все. Слышь? У меня тоже денежная корыта, понял? А, ну у тебя есть что-то? Оно мне тоже выпало, потому что оно себе выпало. Интересно. Еще так, стоп, есть. А оно в питомце не помещается? Не-не-не, а, это стоп, как... А, стоп, вы же просто типа им махнешь, и будет свинья, да? Да. Все, понял. Ну вот, но она все предметы, что в твоей копилке показывает. Это полезно нам сейчас будет с тобой. Я еще один свадебный наряд выбил. Ты, кстати, не заметил, потому что много новых стат нашел вот с этой стороны? Конечно, я заметил, но это самое... А толку от них сейчас? Нам надо провода найти. И вот тогда можно будет призывать. Призывать?
Ну да, я же тебе рассказывал, что статуи могут призывать. А вот статуя Лука кого призовет? Никого, не все статуи. А вот этого короля? Короля призовет мужчину NPC. То есть как, она возьмет вот этого подрывника, допустим, да? Подрывника. Вот, и тэпнет ее сюда, все. Она нового не сделает, она просто имеющегося тэпнет. То есть, короче, в этом плане она нам не нужна. Ну а статуя королевы также только с женщиной. Вот, а вот, допустим, статуя гоблина, там, скелета какого-нибудь, она будет спавнить мобу, на которых можно будет... Ну так, по крайней мере, раньше было. Нормально. Вот, статуя сердца со статуей... О, кстати, статуя сердца... Ё-моё. Просто они меня еще дамажат на расстоянии, потому что ты хост, и у тебя пинг там... Не, ну весело так. Ой-ой-ой. Блин. Пронесло так. Плюс еще песок так криво падает, что он меня тоже дамажит. Да, есть такое. Блин, а горячо. Еще. А дальше, как думаешь, есть метеорит? Нет, нет, наверное. Не должен быть. Их много. Но я там до самого океана, да их там два штуки. Кстати, можно в океан попробовать сгонять. Фига себе, пальма прикольно осталась. У меня 60 метеорит, у тебя, наверное, больше. Ну, 176. Блин, фига себе. Опа. А ты как думал, я что, все тебе оставлю, что ли? Нее. Сгоришь. Аккуратно. Не, не сгорю еще. Скопай лучше те, что под тобой рядышком. Ну вот как вот он оказался сбоку, справа, когда он летел у меня слева? Понятия не имею. Не помирай, сейчас я прилечу обратно. Да я не помру. Ты уверен? Да. Ну, прям на все сто. Да. Мне бы твою уверенность. Что-то мне пора передых. Сейчас как ушатает. Знамя. Фига себе, у меня. Чё-то так быстро как-то. Нормально, я так нафармил. Чё-то ты в натуре быстро. Блин, в натуре мне что-то плохо, слышишь? Я вернусь. У меня хп 16. А меня эти уроды бьют на расстоянии. Хотя зачем ты пушился? В натуре что-то мне тоже плохо немножко. Что-то ты наплевался. Надо дырочки поделать, чтобы лава стекала точно. Так, надо будет мне сейчас тогда попробовать подобывать. Ну ты иди ко мне, просто ходи рядом со мной и добывай. Потому что так они тогда будут делиться на двоих человек.
А из пепла... Пепел это не ил? Пепел это не ил. Не, ну его нельзя как ил использовать. Не. Жаль. Поход. Похож, но не он. Блин. Прям передо мной этот демон Кингов зареспался. Ой-ой-ой. Давай ко мне. Иду. Точнее не иду, а бегу. Тут у меня все кто угодно, и валовые слизни, и эти летучие мыши. На лаву мне сейчас пофиг. Ой, вижу, залез. Это у тебя такое самоутешение, что ли, что ты так часто повторяешь? Да. Главное в ней не потонуть. Ну что, вылезти-то ты успеешь? А пока раскрутишь, он уже. Вот, смотри, камень добываю. Да-да-да-да-да. Добываю. Тебе даже оставлю. Мне он просто нужен. Я еще одну штуку классную хотел скрафтить. А что за штука? Это для призывателя. Короче, посох демона призываешь. А сколько он стоит? Ну там что-то в районе 20 слитков, я что-то точно не... Еще он полезный или фигня? Ну как тебе сказать, нормальный такой, от слизней защитит это точно. Так, а точно, значит попробовать не здесь подобывать. Ты аккуратно, потому что на нем тоже стоит. У меня секундомер сверху. Да какая разница, он-то не спасает, если ты на нем стоишь. Фига себе, штаны шахтера. Вау, одна защита. Один урон нанес всего лишь. Кто я? Мне это нанес. А, ну да, что он не дамажит совсем. Вау. Ай. Еще один. Ай. Это кто? А, это. Надо тебе помочь. Ой, там куклы, там с куклой воду два. Давай их завалим. Смотри, чтоб вау не упал. Ой-ой-ой. Вроде не упала. Все, я собрал. А я не помню, она вроде бы, если с этого упадет, он не призовется. Но я точно не могу этого. Блин, мне, короче, сейчас это прикрытие нужно. Меня мышь продамажила нормально. Ну иди сюда вниз, встань. У меня просто мана закончилась, вот ко мне мыши подлетела. Ну говорю, иди вниз залезь, господи, Андрей. Вниз, а? Давай. Да твою мать. Отдохну. Он вплотную ко мне подходит, просто. Штаны шахтера, одна защита. Интересно, конечно, выпало. Ты не сгоришь, кстати, в этой плаве. Ой, фига себе. У меня почти секундомер кончился. Ага. Не, не сгорю. Благо, что я тебе напомню. Это бы в натуре сгорел. Ну, вот поэтому я и решил то, что этот амулет мне будет очень полезен. Так, вроде более-менее отхилился, надо помогать тебе. Мне надо, чтобы ты, блин, прикрывал или строил сам наоборот, потому что я тут... могу построить тоже. Так, а тут... А, я тут добывал. А, нет, не совсем сюда был. Надо вот это еще собрать. Видите, тут слизень сюда лезет. Кто сюда лезет? Слизень. Давай вниз. Я ему такую лестницу уже зашибенную сделал сюда.
Грех был бы и не... Так, не смей, даже не думай. Да нет, я там уже. Так, надо тебе помочь эту сделать. Вот, короче, продолжай ее отсюда устроить. Нет, надо... Мне надо просто это, у меня перезарядка. От лавы. Что ж ты собака будешь делать? Да блин. Кстати, вот они метеоритные рикошет. Вот все, что я понял, это то, что летучие мыши на пули пассера. Да нет, на их поставлю так. У, какой большой домик. Ну чё, штурмуем домик? Штурмуем. Только поверху. Там картины всякие есть. Блин, фига себе. Ой, не слить бы. Так, закроюсь. Тут у нас чё, лечебное зелье 2, отлично. Кстати, лечебные по 100 восстанавливают. Тут, короче, только ты можешь подобывать, тут лава разливать немножко. Стрела адского огня, фига себе. Так, ну ща добуду. Там внизу. Я, да, я вижу. Опа, передых. Тут еще сундук темный, который подключ... Да, ключи у нас пока нет, потому что мы с тобой скелетон. Конечно. Обидка, да? Большая. Там вроде полезные плюшки были с этого. Обсидиановую вазу стырил, прикинь, какой я. Я не знаю, куда ее приткнуть, кстати, в наш дом. Она вообще никак туда не... Так, ты там что-то дальше пошел, надо тебя нагонять. Хотел мне уже... Эти лавовые слизни мне здесь кайфа было. Чё? Говорю, слизни мне весь кайф. О, молодец. Как она сюда залетела? Я ее даже не заметил. Я пока в инвентаре ковырялся. На крыльях залетел. Я к тебе телепортнусь, пофиг. Не торопись. Ой, блин, ну вот это сейчас, конечно, было обидно. О, я и зелье еще одно нашел. Тут меня как раз таки нормально так это. Блин, а еще мне обидно, потому что я не успел. О, у меня есть каска шахтер, штаны шахтера. Продам. Я обсидиановую. Ого, у меня 5 золотых. Блин, я вот свои монеты сейчас слил так немножко. Так что ж ты свиньей-то не полетел? А я ее не успел включить, она что-то залетела, я ее не заметил, скотина. Ну а ты в доме это там? Я сейчас в доме. Не, я имею в виду, ты помер в доме? Да, в доме. Ну я, может быть, сейчас подберу твои денежки. Или не надо. Я к тебе сейчас телепортну. Куда сам подберешь? Ух ты, гаси, тебя тут бомбят тебя. Опа. Ой, ай-яй-яй, больно. Ай. Это сейчас больно. Конечно. Так. Ладно, я вот там человек паук или как там? Блин, где вообще мышь? Офигеть, я тут опа, отлично залетел.
сейчас заберу свои игрушки. Так, девушки забрал, отлично, надо забрать. Так, этих сволочи убил. Так, свинья, забери денежки. Что ж, друзья, вот мы и собрались к скелетрону, прокачались, так можно сказать. Надеемся, то, что что-то ему сделаем. В теории должны его победить даже, потому что у нас, не знаю, как сейчас, но раньше это был лучший, наверное, дохардмодный сет брони, литой, да, из адского камня. Но почему-то, вот, не знаю, на эксперте, что ли, сложнее даже в литом его победить. А порой бывает и не получается. Ну, кстати, бесы очень хорошо стреляют. Опаснее, чем пчела домашняя. Ну, я вроде никогда с пчелой домашней не бегал. Я бегал. Так. Предлагаешь мне взорвать крышу? Да. А она не взрывается, от бомбы. Ну, киркуй ее сломай. А я кровать не взял. Палочка, которая такую синюю струю пускала, я ей тогда валил. Я не помню такую, по крайней мере. Вот эту вот платформу не снимай нижнюю, она пусть так и стоит, вот так вот, то есть. Угу. А с этой что делать? А ту крышу не трогай, пусть так и стоит. Так, ну получается, сейчас у нас начнет тут долбёж. Нет. Еще не начнется. Нам надо вот эту вот земляную херь снести и снизу разровнять. Ну или по крайней мере сделать так, чтобы без прыжков можно. Поэтому ты займись низом, я займусь верхом. Давай, быстрее. Придется поскользить. Ну, по крайней мере, вроде более-менее. Я говорю, чтоб можно было без прыжков бегать. Фига себе, ты тут задал. Не, ну вот прикинь, ты будешь сейчас от него бегать, и тут херак, и ты стоишь на месте. Все нормально, нам вся ночь не нужна, чтобы его завалить по су. Ну чё, можешь помочь мне сверху, наверное, если ты там у себя точно уверен, что ты... Я уверен, то, что тут нормально. Да все, если лесенкой заходишь, то нормально, значит. Сверху мне помоги, говорю. Надо сломать все вот эти блоки, чтобы тут не было.
что могло бы мешать пуле. Не, а демоны, кстати, вполне неплохо управляют. Ну вот и я чё. Давай только по минимуму коцаемся перед битвой. Так, и чё тут вот это вот надо убрать тебе? Так, ну ладно, если честно, я волнуюсь. Ты думаешь, я не волнуюсь? Я же его так и не смог у себя на мире завалить. Я тогда что-то завалил, помню. У тебя рыба есть готовая? Не. На. Прямо ладно. Сейчас съел. Прямо сейчас съел. Все, молодец. Так, сейчас я поставлю, может, что-нибудь. Но в свинье у меня так-то ничего и нету полезного. Так, ну... Чё, ну я всё. Его, что ли, завоз? Ну чё, я, что ли? Ты давай. Ну давай, здорово, здорово, братан. Ё-моё. А на ком лучше? Давай на слизь попробую. Кстати, да. Не, на слизь нет. В ладошку ему лучше не прыгать. Блин, слышал в натуре. Тихо, убегай, просто убегай, 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 просто убегай, просто беги. Да не на слизни беги, без слизни. Ё-моё! Держись. Я не могу. Сейчас. Да беги, просто беги, просто беги. Я пытаюсь. Ну что так меня долго резает, что за нафиг? Сейчас я... Да блин, это чипец. Ой-ё. Не умеешь ты убегать, короче говоря, и меня резает. Что-то как-то долго. Ты долго больно. А я тебе говорил, что он сложный очень для такого... А он что-то больно слишком сильный стал. Очень больно, слишком сильно. Надо золотые хп делать. Они только в хардмоде, алё. Значит, надо валить стену плоти. Переходить на хардмоде. По какой тактике будем следовать? Ну смотри, я вот его призываю, да? Я иду налево. Вот ты сначала послушай, смотри, я иду налево, да? Ты, кстати, идешь. Ты стоишь вместе со мной на одной линии. Спустись к нам. Спустись. Вот ты стоишь. Да, идем вместе налево. Вот идем налево, такие с рывка, да? Поднимаемся на вторую и на вот так вот идем, да? Потом он вот это за нами летит, мы его дамажим, спускаемся и налево, вот так вот. Туда вниз не спускаемся, вот по этим дверям. Все, добегаем до сюда, вот залез, блин, залез и побежим. Кстати, это еще надо удачно маневрировать. Еще надо... Давай потренируюсь пока и побегу. Вот сейчас. Что там тренироваться? Все, давай, я, короче, призываю его. Все, готов, спускайся, готов, налево. Давай. Раз, два, погнали. Тут прикол в том, что нет патронов. Я тебе дал патроны, шо за прикол?
Кстати, рикошет хорошо что-то работает. Да иди в сраку ты со своими руками, ёбаный так. Во-во-во-во-во-во, пошла. Давай. Это вполне реально. Блин. Да его. Он меня тупо в своей голове забаговал. Блять, тебе кидаешь патроны, ты их не берешь. И потом говоришь, что я их тебе не даю. У меня прикол в том, что я не знаю, когда ты их кидал, у меня их не появилось. Я тебе их скинул, вот, блять, сказал еще. Возьми, ты что, даже не смотришь, когда тебе вещи кидают? А куда ты их скинул, ну-ка? Блять, я их, конечно, подобрал уже, пока тут бегал. Эти 2000 патронов притащил. 2000. Я проебал 2 золотых монеты. Да не бойся, я их не взял. Блин, глаз хочет. Глаз взял золотые монеты. Вот этот глаз загаси, который почти добит. Давай. Что-то пошло не так. Беги. Пытаюсь. Выруливай, не обязательно. Если не смог залезть, бери по нему. Ты протянешь? Даже не знаю, что-то у него руки, блядь, далеко тянут. Да у него натуры руки далеко тянут. Так, я сейчас скоро появлюсь, кажись. Ща. Если. А что-то в натуре долго не появляюсь, он появился. Чуть не понял. Надо отдельно руку выбрать. Сука, надо как-то просто убивать. Блин, какие... Вот эту руку. Иди, ты прыгай. Вот, левый или правый, хренная, короче, рука, у которой меньше всего бывает. Ебать, ну руки, конечно. Фига себе он дотянулся, это... На... А, я... Одна. Твою мать! Блин, почти. А 4 хп. Ну, в этот раз получше. Да, ну-то получше. Не, ну ты особо не расстраивайся. Сейчас, погоди. Сейчас еще повеселимся. Да зелье у меня кончилось. Допинг. Еще люди всегда пишут зелье регенерации, но у меня такого даже никогда и нет. Так. Да, блин. Ну-ка. Так, это у меня тут, это тут. Ты готов? Ну это давай подхилимся максимум, потом сам поймешь, к чему я тебя готовил. Ничего не понял, ну давай, призывай кого-то там хотя бы.
А чё он такой недружелюбный ты стал? Почему я по нему не могу прыгать? Да откуда тут зомбарь? Отлично. Чё, я это... Мне домой, наверное, надо сейчас телепортировать.